Всем привет, меня зовут Стелс, а.к.а. Джон Траволте. Сегодня 27 сентября, вечер, и сегодня я закончил записывать свой микстейп. После выхода в интернет нашего микстейпа Without Blink, люди начали пробивать, какие минусовки мы используем в своих треках. И сегодня специально для таких людей я хочу поделиться информацией, какие минусовки использовал я в микстейпе Траволк. Это музыка из треков Prodigy из Mobb Deep, музыка исполнительницы Эрика Баду, музыка нашего любимого Метода и музыка The Game. А также есть оригинальные биты, например, продакшн Инсулина на треке Holocaust, продакшн Катана из группы Карцер на треке Салам, продакшн Биг Сома на треке Мы живем здесь и моя музыка на самом лучшем треке на фанатах Ву и на треке Уличный барьер. Теперь перейду к респектам. Респект моей команде, младший Жуз по-любому. Нашим местным пацанам Иса, его треки вы слышали на моем микстейпе, это трек «Раскачаем город мы» и трек «Очаровало». Респект группе Дарс, они тоже есть на микстейпе. Также большой респект нашим пацанам Вактау, Прогресс Продакшн, группа Миста, Мастер Бум, Кос, Эрхан, Костас, Черный Пульс, Вальдемар, ну и конечно Пирожок, параллельный привет тебе в Вактау и в Алмату, а также в Лондон. Отдельный респект Дома Дома Продакшн, Биг Сом, Скиф, привет. Также респект городу Уральск, в частности команде Maxi Sound. Респект очень маленькому, но подрастающему рэперу по имени Maxi Mike. Надеюсь, скоро вы услышите его треки. Огромный респект человеку по имени Mikey Dread. Вы слышали его голос на всем микстейпе. На этом все. Ждите альбома от младшего Жуза, мы готовим охуевшую бомбу. Я довольствуюсь нашим стритфеймом. Лови новый микстейп за микстейпом. Мой месседж всем городским белкам. Интернешнл с местным акцентом. Младший Жуз, мы давно дружим с рэпом. Напоминаем тебе негров из гетто. Мне еще рано врубать 50 цента. И наши диски это только 50%. Йоу, я настроен конкретно. Жди альбома, там будет заметно. Пока фейк продолжает быть фейком, я забиваю как Бекхэм. Мир всем.